пока общаться можно? Пальцами возьми, запомни, так как я тебе показывал. О, молодец. Все, да. Ты у меня умничка. Ты сам себя перестегиваешь. Да, Влад, ты вообще, я в восторге от тебя. Давай. Ух ты! Влад, ну что, как тебе в бочке было? О, а теперь что, по бревну надо, да, пройтись? Ты умница у меня. Наклоняется она, да? Владюш, ну как тебе? Ну, Владюш, тебе надо было уровень посложнее выбрать. А ты испугалась, не захотела. Чего ты просто боишься? Решил не съезжать? Так это самое прикольное съехать, Влад. Влад, поедешь? Ова! У-ху! О, видишь, все получилось. Это ж уровень сложнее. Так, перестегивайся. Держись за верхнюю веревку, да. Держись за верхнюю. О, этот уровень сложный, да, Влад? Вот это для тебя как раз самое то. А то тот у тебя был сильно простой. Да,
Молодец, вообще, я за тебя так переживаю, конечно. Все. Еще чуть-чуть. Опа. Преодолел, молодец. Так, Владюш, теперь по таким прёмнышкам надо пройти. Да-да-да. И за боковушки можешь придерживаться, вот. И за свою верёвочку, молодец. Владюш, ты молодец. Сложный? Ты молодец. Ага. Сильнее. Ого. Так, подожди, а как там? Надо через верх перелезть, да? Ого! Вовнутрь. О, тут как интересно. Тут уже, конечно. Мышь, можно тут за боковинки держаться, Влад. Да, можешь двумя ручками даже держаться. Ты как на кота ходишь. Ты на веревочке. Не-не, с этой ты не сорвешься. Аринушка, ты переживаешь за Влада? Риш, боишься за Влада, да? Дочка. Ты же застрахованный, видишь? У тебя страховка, веревка, все. А тут так вот играючись прошел, а тут надо уже. Да. Вот это самое тяжелое по веревкам ходить, да? Молодец! Так, перелази. Это ж страховки, Влад, это чтоб не упали дети. Молодец. Это легче, да? А держись за боковушки, не? А вот мог бы вообще посмотреть. Пару раз солнце вообще. Да, скоро уже вот. На воде. Еще одну потом. Дерево. По таким идешь. Они какие-то с наклоном, да, сделаны получается. Да, специально сложная трасса. Ну, видишь, она для детей от 5 лет. Это та для малышей от 2 лет. Можно за верхнюю веревку держаться, не за ту, по которой карабин едет.
Давай, давай, давай. О. Вот. Ух ты. А, она перед. Ты наступаешь, и она, получается, ложится. Интересно. Влад, ты пришел! Ого, тут ехать высоко! Поехал! У-ху! Расскажи, как твои? Это было самое сложное. Сложно было, да? Первое тебе больше, первый уровень больше понравился, да? Да.